пойдет или уже ушел с документацией в Москву на государственную экологическую экспертизу, мы считаем незаконно, неправомерно. И считаем, что такие публичные слушания, то есть результат публичных слушаний, вы знаете, там не отображено даже количество людей, которые проголосовали за проект, которые проголосовали против проекта. Вот я в суде собираюсь представить списки, зарегистрированные, все как положено в Искитимском районе, с регистрацией тех, кто письменно обращался в администрацию, свои возражения против полигона писал. Это там 2000 с лишним подписей. И в протоколе они должны были отобразить все, и тот, кто присутствовал на непосредственно на публичном слушании, и тот, кто за этот период подавал заявки в поддержку или против полигона, все должны были быть подсчитаны голоса и сделан вывод, какое количество людей поддерживает, какое количество людей не поддерживает строительство полигонов именно на данном земельном участке.